Маринга масляничное, гималайское чудо, его еще так называют, вот смотрите. Маринга масляничное дерево родом вообще из, из гималайских гор Северной Индии. То есть богатство этих листьев маринги, да, растения, очень богато антиоксидантами. Анализ показал, что высушенные из молотой до порошкообразного состояния, вот они, листья маринги, вот, содержат 46 различных антиоксидантов, в том числе каротиноиды, цинк, хром и все различные витамины, даже витамин В и витамин К. Листья маринги также содержат 36 различных противовоспалительных соединений, в том числе медь, хлорофилл, омега-3, омега-6, омега-9 и серу. Вот, все эти антиоксиданты и соединения естественным образом попадают в растения, работают вместе, максимизируя усвоение, да, у человека. То есть, например, содержащийся в маринге магний помогает усваивать содержащийся в нем кальций. Вот, большая концентрация питательных веществ. Вот, поэтому и детям, и взрослым просто как вот для иммунитета, для поднятия иммунитета, у кого нехватка витаминов для зубов, для ногтей, как иммуномодулирующее средство. Кстати, марингу еще принимают антипаразитарка, то есть она очень хорошо очищает кровь. Как она называется, вы уже мне пишете. Значит, заходим, продукция тайские капсулы и настойки, называется Пион Малум. Малум, Маринга Малум, сертификат G201-159, номер при заказе 22. Вот, то есть огромное количество витамина С, даже больше в 4 раза, чем в апельсине, представляете, в одной вот этой травке, в одной капсулке. Детям нужно даже, ну, можно и даже нужно, вот, обязательно каждому ребеночку пройти такой курс, и маме, и ребенку, и папе. То есть нормальный курс на человека достаточно раз в год пройти вот такую банку. Дозировка большая. Здесь 100 капсул у нас, 280 миллиграмм в одной капсуле Малума.